Доброго времени суток, дорогие друзья. Я нахожусь на станции метро Владимирская, как вы видите. И вот, посмотрите, здесь в вестибюле потолки около 10 метров. Есть, конечно, карниз, где до потолка метра 3, но посмотрите вот на эту проблему. У меня вопрос к работникам метрополитена. Как вы решаете такие проблемы? Лично мне это совершенно непонятно. Может быть, объясните? Я буду очень признателен. Пишите в комментарии, ставьте лайки, дизлайки. А если вам очень понравилось это видео, то делайте репосты. Посмотрели сами, передайте другим. До новых встреч!